Дорогой наш Велес, это обращение из Москвы в связи с наступающим Новым годом. Мы хотим обратиться ко всем обитателям, сотрудникам и основателям центра. Хотим от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречалось побольше добрых людей, которые от всей души помогают вашему центру. Желаем вам побольше чудес, процветания, финансового благополучия, что является самым важным, а также здоровья и всего самого замечательного. К сожалению, мы не можем очень часто посещать ваш центр ввиду большой удаленности, 750 километров, да, 750. Но мы стараемся, как можем, и с нетерпением ждем дальнейшей встречи с вами. Что еще хотелось бы добавить? Добавь что-нибудь, Медведь. В общем, мы хотим сказать большое спасибо за то дело, которое вы делаете для нынешних обитателей. И будущих тоже. Да. Желаю вам только процветания в этом деле. Все добрые люди вам будут помогать финансово и всячески. Как смогут. Еще мы очень рады, что мы узнали об этом центре. Это произошло чисто случайно. Я даже не представляла, что есть такое прекрасное душевное место в России. И мы очень счастливы, что мы являемся волонтерами и друзьями вашего центра. И будем всячески способствовать его процветанию. Будем распространять информацию, как только можем, об этом центре, чтобы как можно больше людей об этом узнало и вам помогли. Еще раз поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем всего самого прекрасного, замечательного и доброго. Передаем привет каждому обитателю. В отдельности. В отдельности Потапчику. Да, и в отдельности каждому медведю и желаем им сладких снов и приятной спячки. И до встречи по весне. Планируем приехать к вам в мае. Пока-пока. Пока.